А мастера каратэ-до в спортивном зале 28-го училища прошли двухдневный мастер-класс чемпиона Европы и президента Российской Федерации каратэ Александра Чичварина. С секретами восточного единоборства ознакомилась Наталья Гладышева. Это не твист в исполнении президента Федерации каратэ-до России. Это его двухдневный мастер-класс в Северодвинске. Знакомьтесь, чемпион Европы по карате Александр Чичварин из Москвы. Все классические упражнения он выстраивает в непрерывную ударную технику. Вместе с опытными каратеистами, обладателями черных поясов, на татами вышли и начинающие бойцы. Всего же на мастер-класс ехались 50 каратеистов из Северодвинска, Архангельска и Новодвинска. Уметь защищаться не когда мы стоим здесь или когда мы стоим в этой стойке, а когда мы движемся. Он очень часто ездит по различным странам, вот, общается с мастерами карате, поэтому вот это у нас уже третий семинар, на который мы его приглашаем, чтобы впитать знания. Готовимся к основному старту нашему, это Всероссийские игры карате, на которых Архангельская область будет представлена команды в полном составе, начиная от 6-летних ребят, заканчивая взрослыми. Эти соревнования будут отборочными на международные, на чемпионат мира, который пройдет в Турции в конце мая месяца и в Японии по другой версии карате в сентябре. Иди сюда. Иди. Среди взрослых каратеистов большие шансы на участие в чемпионате мира Чичварин видит в северодвинце Викторе Кашине. А вот новодвинец Михаил Шихов еще только на пути к черному поясу. Пока восстанавливается после аварии на мотоцикле, где повредил плечо и кисть руки. Готовился, да, достаточно долго. Пожалуй, около 10 лет, потому что каждая ступень светлого пояса – это подготовка к черному. Все, что могу сказать. Плюс авария была. Тоже повлекло за собой определенный промежуток времени. Пришлось выкарабкиваться, и вот я опять здесь. На этот раз нашим каратеистам не удалось пополнить ряды чернопоясников. Но через год у них будет новый шанс.